И лысенький снаружи прибежал. Да что ж такое-то, сейчас догонят, ребята. Убегаем быстрее. А сюда зайти не можем. Не можем сюда зайти. Заходим к дяде, закрываем дверь. Ай, лысенький все равно забежал. Так, лысенький забежал, что же нам делать? Мы блестяшечки собираем пока что. Давайте телепорт его засунем. Лысенький, смотрите, закрутился, завертелся. Все, пропал без вести. Может, дядю засунуть в телепорт? Но мне кажется, он туда не попадет. Давайте, еще лысенький бежит. Давайте в телепорт. Есть, ребята. Еще лысенький закрутился, улетел. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем проходить бонусные уровни в игре Robbery Bob. И у меня для вас есть две хорошие новости. Первая новость заключается в том, что у меня получилось больше, чем 10 комментариев запихать в это видео. А вторая новость заключается в том, что я разблокировал все костюмы, доступные в этой игре. Разблокировал я все костюмы, заплатив денежку около 250 рублей. У меня было несколько вариантов, как разблокировать костюмы, потому что осталось всего 3 бонусных локации, которые мы сейчас будем проходить. И если бы я копил, проходя эти бонусные локации, денежку, я бы в жизни ее не накопил, я бы помер в этом костюме зайца. Еще были варианты накопить денежку, проходя уже те уровни, которые я прошел, но это очень долго и муторно, и деньги бы копились очень долго, опять же. И второй вариант был, это скачать мод на деньги или уже с разблокированными костюмами. Но так как я уже прошел большую часть игры, если я скачал бы мод, то все мои результаты, весь мой прогресс, он бы обнулился и пришлось бы проходить все сначала. Поэтому вот такой вот вариант за денежку оказался наиболее верным, на мой взгляд. Ну и что ж, ребята, многие были против того, чтобы я одевал вот этот джентльменский набор, костюм со шляпой, но так как я разблокировал все костюмы, последние уровни четвертой локации, я решил пройти вот в этом костюме как раз. Посмотрим, что он из себя представляет, какие бонусы плюшки дает. Ну что ж, одеваем костюмчик, теперь наш воришка Боб модный. А еще, ребята, давайте купим кирку. А давайте купим еще одну. Так, у нас здесь осталось еще 238 монеток, и давайте купим телепорт. 2 штуки. Так, а нам денежки на костюмы больше не нужны, копить их не надо, поэтому сейчас мы будем тратить их на все подряд. Ну что ж, ребята, отправляемся на 11 уровень 4 бонусной локации. Вот наш воришка Боб появился, смотрите, какой он модный кентик. Так, давайте посмотрим, что происходит. У нас тут ходит тетя, ходит дядя, стоит лысенький, крутится, вертится, и громила полицейский стоит. А еще у нас есть собака в самом верху лежит. Дрыхнет. Так, заходим в первую комнатку со всякими головами, шкурами. Так, ну что, тетя вот сейчас зашла в комнатку и вышла из комнатки. Я тут провозился. Сейчас тетя только зайдет, и мы сразу выходим. Так, вот тетя пошла, все, можно выходить из комнаты. Ту комнату, в которую она заходит, у нас, в принципе, ничего нету. Эх, лысенький заметила! Ай, тетя заметила, звонит уже. Блин! И лысенький снаружи прибежал. Да что ж такое-то, сейчас догонят, ребята. Убегаем быстрее! А сюда зайти не можем. Не можем сюда зайти. Заходим к дяде, закрываем дверь. Ай, лысенький все равно забежал. Так, лысенький забежал, что же нам делать? Мы блестяшечки собираем пока что. Давайте телепорт его засунем. Лысенький, смотрите, закрутился, завертелся. Все, пропал без вести. Может, дядю засунуть в телепорт? Но мне кажется, он туда не попадет. Давайте, еще лысенький бежит. Давайте в телепорт. Есть, ребята. Еще лысенький закрутился, улетел. Так, мы же взяли ключик, ребята. Давайте зайдем вот в эту комнатку и переждем все, что у нас тут происходит. Так, смотрите, вот лысенький прибежал. Лысенький прибежал, пошел. Сейчас, ребята, подождем, пока у нас все это уляжется. Так, ребята, а что, блестяшки-то мы все собрали, получается, да? Ну все тогда, ребята, выход возле собаки и быстрее убегаем. Все-таки разбудилась собака, проснулась, но нам это не важно. Мы вышли, мы все собрали. Истратили 2 телепорта. Куда они телепортировались, понятия не имею, ребята. Ну, в общем, пропали они без вести. Так, ну что ж, мы переходим на 12 уровень 4 бонусной локации и смотрим, что у нас происходит. А у нас тут бегает лысенький и ходит тетя. Так, и еще спит собака. Ну, в принципе, и все. Так, что же нам, как же, куда же пойти, зачем же пойти? Нам нужно взять ключик. Ключик у лысенького. Ну, давайте, наверное, начнем с блестяшек, где собака спит. Так, ну-ка, давайте зайдем. Собака спит. Эх ты, нам надо через собаку пройти вон туда. Так, так, эх, проснулась. Все, проснулась, двигайся. Двигайся, собачонка, давайте быстрее выбегаем. Смотрите, пока что никто не реагирует на лай собаки. Давайте зайдем сюда. Эх, смотрите, она сейчас будет показывать, что я здесь. Да как так-то? Ну что, лысенький сейчас зайдет. Вот он пошел. Вот он пошел. Что ты заметишь меня, не заметишь, лысенький? Ну-ка давай, покажи свою реакцию. Да, это не костюм зайца. Тут уже как бы 100% уверенность, что если он заметит, он за нами побежит. Нет, ребят, не заметил нас лысенький.
Собака, смотрите, на улице легла спать. Вот, прикольно, конечно. Но в этой комнате у нас ничего нету, теперь нам опять надо выходить через собаку. Да что ж такое-то? Эх, опять залаяла, ребята, собака, и полицейский сразу сюда побежал. Она полицейского к нам ведет, ребята, да что ж такое-то? Так, вот лысенький убежал куда-то туда. Давай, выходи сюда. Псина, давай, выходи. Выходи, давай, 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 я тебя выгоню сейчас. Тебя закрою здесь и уйду. Все, закрыли мы собаку, полностью треснули. Так, ну что ж, лысенький побежал на свое место. А нам нужно зайти к тете. Так, тетя, тетя. Давайте киркой взломаем дверь. Не пойду я за ключом. Так, заходим, берем цветочек. Берем блестяшечки. Эх, тетя заметила, звонит полицейскому. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте выбегаем, все. Так, ребята, ну что ж, полицейскому спалились, и тете спалились, и во время не уложились, и блестяшки не взяли. Замечательно, ребята, это просто круто. Да, оказывается, в той комнате, где ключик, там еще блестяшки лежат. Вот, их нам надо взять. Кирка, это был, конечно, неудачный вариант. Ну давайте, пойдем с другой стороны сейчас. Так вот, пока лысенький бегает, забегаем быстрее в эту комнатку, которая ванная. Так, 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 надеюсь, ты меня не заметишь. Бегун лысенький, так, так, ну вот, лысенький забегает. Сейчас мы встанем за стеночку. Заметил дверь, пошел проверять. Так, лысенький пошел надолго. Заходим быстрее, собираем все блестяшечки. Блестяшки собираем, и пока он там дверь проверяет, выходим. Фу, ребят, мы успели. О, лысенький опять дверь заметил. Ну, сейчас уже не важно, мы все сделали. Все блестяшечки и ключики собрали. Так, ну что ж, давайте теперь зайдем к тете. Тетя у нас поворачивается в одну и ту же сторону, да? Ну ладно, я это запомнил, ребята. Так, вот сейчас она пойдет. Заходим, берем цветочек. Так, 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 так. Тетя, давай, ходи, ходи. Ты правильно ходишь. Пока я определю, как ты ходишь, мы все собрали и выходим. Так, теперь нам осталось взять блестяшечки, которые в комнате с собакой. Так, ну ладно, собаку я не знаю, как обойти, поэтому пойдем на пролом, наверное, да? Так, и вот, на пролом побежали, собака затявкала. Сейчас пока до полицейских дойдет, что на лай надо отреагировать, мы уже убежим. Вот, все, мы выходим, нас никто даже не заметил. Да, полицейским не спалились, во время уложились и все блестяшки собрали. Перфект, ну конечно. Итак, ребята, мы переходим на 13 уровень 4 бонусной локации. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут у нас, смотрите, бегает кто-то с нашим сундуком. Так, и у нас есть громила полицейский и точненький полицейский. Они стоят и смотрят в одну и ту же сторону. То есть они не крутятся, не вертятся совсем. Так, ну что же нам сделать-то, а, ребята? Здесь нам нужен ключик. Ключик у точненького, да? Так, точненький, точненький. Что же нам с тобой сделать-то, ребята? Я понял, давайте, наверное, пнем дверь. Он услышит и пойдет проверять. Так вот, пнули. Заметил. Ай-яй-яй, да как ты заметил-то через дверь меня, а? Все, ребята, смотрите, побежал за нами. Да что ж такое-то, догнал аж. Так, ну ладно, ребята, давайте теперь будем действовать по-другому. Я вот тут подумал. А зачем вы вообще пнули дверь? Вопрос. Когда можно спокойно зайти и взять блестяшки, он даже не заметит. Вот, смотрите, спокойненько заходим, берем ключик, берем блестяшки. Все. Так, ну а теперь давайте все-таки пнем дверь, нам нужно, чтобы он оттуда выбежал. Потому что он стоит там, пялится в окно. Пялится в окно и заметит, когда мы здесь пройдем. Так, вот проходим, блестяшку вот эту зеленку взять. Да, взяли? Взяли, так, теперь нам нужно дядю. Дядя, дядя, смотрите, носится. Давайте заходим и идем за дядей. Дядя бежит, а мы идем. Так, и какой-то кусок мяса, и вот еще вот эту блестяшку нам надо взять. Так, ребята, на выход. Эх, нет, ребята, не на выход. Мы еще где-то забыли. А, мы забыли Супермена вон там во дворе, ребята. Нам теперь нужно тем же путем выйти отсюда и взять этого Супермена игрушечного. Да ё-моё же, что же такое-то? Как же, вот часто нам отсюда выйти, я не знаю как, ребята. Я не знаю, как полицейского этого отвлечь, точненького. Ну ладно, пойдем на пролом, ребята, по-другому я не знаю как. Эх, оба заметили, да что ж такое-то, все. Точненький бежит, громила бежит, все бегут, давайте берем там Супермена. Фу, пока этот запыхался, смотрите, мы пробегаем, выбегаем, забегаем в комнату с кроватями. Эй, ух ты, ребята, смотрите, мы как спрятались между кроватей. Я не знал, что так можно. Оказывается, смотрите, как мы заныкались. Так, ну вот, точненький заметил какую-то дверь, пошел. Так, а выход только в одном месте у нас, давайте посмотрим. Да, ребята, только в одном месте у нас выход. Ну ладно, давайте промотаем, точненького на место вернем. Так, ну что ж, точненький вернулся на место. Нам теперь нужно опять его отвлечь, чтобы он от окна отвернулся. Хотя мы, в принципе, спалились уже полицейским. Ну ладно, давайте сделаем все правильно.
Так, пинаем. Эх, да что ж такое-то, а? Немножко задел дверь, она открылась. Блин, туда-сюда, сколько времени уходит-то на это, а? Так, вот сейчас. Пинаем двери, выбегаем, пока полицейский пошел там, отвлекается на шум. Мы заходим, пробегаем. Теперь нам нужно пристроиться за дядей. Так, вот дядя бежит, а мы идем. И все, ребята, выходим в нашу дверцу. Да, но во время мы по-любому не уложились, ребята. Да. Потому что столько времени я потратил на этого Супермена, блин. Пропустил, а, в самом начале. Блестяшечку. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас происходит на 14 уровне 4-й бонусной локации. Так, ну что, громила крутится, вертится. Дядя бегает, собака спит. Да, и у нас еще есть тощенький стоит, смотрит вон там в комнате с лосями. Да, в комнате с лосями. Так, нам нужно взять ключик. А ключик нам нужно взять таким странным путем, что просто пипец. Так, тощенький. Вот сейчас опять придется дверь пинать, чтобы полицейского отвлечь. Ну, давайте попробуем. Так, дядя, сейчас мы пнем дверь, а ты реагируй. Услышал, заметил, пошел. Эй, ты дальше-то выходи, ты чё встал-то здесь? Я не понял, давайте закроем дверь. Смотрите, он меня заметил. Да как ты меня мог заметить-то через дверь, а? Ну что ж, ребята, я не знаю, как мне проходить этого полицейского. Он, блин, какой-то тормознутый, блин. Давайте на пролом пойдем тогда. Все, заметил, побежал. На тебе дверью по носу. Эх, ты ж не собака. Хотел ему по носу дать. Ну ладно, запыхался наш полицейский. Так, забегаем в наглую. Дядя нас увидел, звонит всем, кому не лень. Тут у нас собачка еще. Берем мы тут все блестяшечки. У нас ключик есть, выходим. Так, давай, собачка, выходи. Кутя-кутя, давай, иди сюда. Иди сюда, собачуха. Все, закрыли дверь. Так, вот она. Собака лает. Ух ты, точненький сюда идет. Зачем ты сюда идешь? Он, наверное, коротким путем идет на свой этот пост. На свой пост, скорее всего, идет, ребята. Не на лай отреагировал, а просто идет на свое место. Так, ну что ж, давайте выбегаем. Тут еще одна собака у нас. Эх, дядя, услышал собаку. Да что ж такое-то, убегаем. Так, ну что, забегаем вот в эту комнату. Нам тоже надо здесь блестяшки взять. Эх, здесь громила нас увидела, ребята. Но здесь две двери. Мы заходим через другую, берем все блестяшки и выходим, ребята. Вот это, конечно, беготня. Во время не уложились, а спалились полицейским, зато все взяли. Ну, ладненько. Ну что ж, ребята, переходим на последний уровень 4-й бонусной локации. Так, вот мы очутились опять где-то. Ух ты, смотрите, здесь бегают у нас два громилы, как я понимаю. Один из них сундучок таскает. Ох, они по очереди его таскают, что ли? А еще у нас ходят два точненьких полицейских. И громила полицейский один ходит в комнате, ключик охраняет, ребят. Ну ладно, давайте заходим. Нам нужно сейчас пройти через этих двоих полицейских. Разошлись в разные стороны и пробегаем быстрее. Воришка Бог, давай. Заметил, да что ж такое-то, а? Точненький заметил, а? Так, где ты там, точненький? Я не знаю, где ты там. Давайте встанем к стеночке, промотаем полицейских. Вот они вернулись на свои места. Да, ребят, ну что ж, полицейские вернулись на свои места. Нам теперь нужно что? Нам нужен ключик. А ключик у нас где? А ключик в комнатке у нас с громилой полицейским, который ходит туда-сюда. В комнате с лосями. Так, ну ладненько, отправляемся, чё? Так, сейчас вот он отвернется. Дядя. Отвернулся, и мы заходим. Так, быстрее за стеночку. Фу, не заметил, ещё бы чуть-чуть и заметил бы. Так, ну что, мы здесь блестяшки взяли. Теперь нам нужно пройти вот за эту дверь. Так, быстрее, воришка Боб. Фу, а здесь какой-то забор, ребята. Вот эти громилы, которые бегают, нас не видят. Ну ладно, мы взяли все блестяшечки и заходим быстрее. Сейчас полицейский заметит дверь. Да, ребята, все. Крутяк, полицейский пошел. Итак, ребята, мы собрали не все блестяшечки. Я так понимаю, оставшиеся блестяшечки у нас как раз находятся вот в этой, не знаю, как обозвать эту штуку. Какая-то спортивная площадка, на ней полицейские сдают свои нормативы. В общем, спортивная площадка, пусть она называется. Так, ну что, сейчас вот этот полицейский пробежит, и мы быстрее бежим за ним, бежим. Вот мы взяли эту блестяшечку. Так, как же нам теперь выйти-то отсюда? Так, сейчас вот этот полицейский пробежит, и мы побежим за ним, наверное. Эй, мне что, за тобой такими же зигзагами, что ли, бегать? Ай-яй-яй-яй-яй, второй полицейский меня не заметил. Быстрее убегаем. Давай, воришка Боб. Фу, мы все собрали, теперь нам нужно пройти на выход. А выход у нас где?
Ё-моё, а выход у нас опять надо через этих двух полицейских точненьких пройти. Ну ладно, давайте подождем. Так, сейчас вот развернулись полицейские, пошли, и мы выбегаем. Ай, заметил нас, а. Так, ну что ж, мы уложились во время и взяли все блестяшечки, спалились точненькому. Ну что ж, ребята, у нас открывается 5-я бонусная локация. Давайте посмотрим, как она выглядит. Так, смотрите, тут какие-то знаки вопроса, то есть вообще непонятно, где мы окажемся. Ну что ж, ребята, на сегодня это все. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий попал в следующее видео, также оставляйте свои приветы под этим видео. А еще, ребята, пишите в комментариях, какой костюмчик мы оденем на нашего воришку Боба. Комментариев, за какой костюм будет больше, в том костюме наш воришка Боб и будет грабить вот эту локацию. Вот эти вот домишки. Ну что, ребят, с вами был Мобик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.